Уважаемые сотрудники театра, примите самое искреннее поздравление со Всемирным днем театра. Новошахтинский драматический театр собрал под своей крышей людей с огромной трудоспособностью, творческим горением, желанием успешно развиваться. Не могу не отметить, что огромная заслуга в этом его руководителя, человека с огромным творческим потенциалом, Светланы Соповой. В настоящее время театр является эстетическим центром нашего города, одним из лучших театров области. О вас говорят, вами восхищаются, с вами хотят работать именитые режиссеры. Создатели спектаклей и актеры получают театральные премии. Вас знают не только в Ростовской области и России, но и за рубежом. Вы воспитываете людей, развиваете их лучшие чувства, учите сопереживать, размышлять о происходящем на сцене и в жизни. Ваш призыв «Театр любит и ждет вас» вызывает взаимные чувства зрителей. В этот замечательный день поздравляю всех вас, режиссеров, артистов, драматургов, художников, композиторов, музыкантов, гримеров, всех сотрудников, которые преданно служат театру на сцене и за ее пределами. Здоровья всем вам! Новых успешных спектаклей, творческих побед и аншлагов!